Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас из Одессы. Я вас приветствую у оперного театра. Сегодня у нас 1 апреля, и я хочу вас всех поздравить с Днем смеха, который, как вы знаете, в Одессе отмечается каждый год веселым празднеством. Но сегодня, вы все знаете, что сейчас во всех странах карантин, и мы, конечно, хотим посмотреть, что у нас в Одессе, какие у нас мероприятия. Я думаю, что вряд ли что-то сегодня будет, так как вы видите, тишина возле оперного, и мы сейчас прогуляемся по Дерибасовской. Вот мы подошли на угол улицы Ришельевской, Дерибасовской. Здесь полнейшая тишина. Мы сейчас пройдем по нашей Дерибасовской. На парковке много машин, но людей, думаю, нет, потому что вообще очень и очень пусто. Пицца-бургер. Пицца-бургер открыт. Можно заходить. Так что некоторые заведения на Дерибасовской открыты. А здесь такая красота. Украшена цветами. Офис тревел. Офис путешествий. Но сейчас о путешествиях думать не приходится. Потому что такая обстановка, что путешествия будут несколько позже. Сейчас сидим дома. Ну и на Дерибасовской тишина. Ну что, не все так печально. Музыка на Дерибасовской играет. Так что здесь праздник все равно чувствуется. Да, но людей очень и очень мало. Магазины все закрыты. На Дерибасовской народу нет. Разве что поодинокие прохожие вышли погулять, потому что сегодня солнышко, хорошая погода. Но, как видите, все закрыто. Вот такая вот обстановочка. Девочки гуляют, фоткаются. Кофе можно попить. Вот такая вот кафешка с дезинфектором. Можно продезинфицировать руки. Все предусмотрено. Так что можно прогуляться. Потому что погода, конечно, сегодня супер солнечная. Но не контактируя ни с кем на расстоянии. Но здесь людей мало, так что контактов никаких не может быть. Очередная кафешечка. Кофе-чай. Кофейня такая. Можно попить кофе. Магазины закрыты. Надпись на двери: карантин.
Львовская мануфактура кавы. Здесь, где мы всегда любим пить кофе, закрыто тоже. Все закрыто. А мы приближаемся к горсаду. Погуляем еще здесь. Люди с детками вышли на воздух. Девочка на гитаре поет. Но все стараются быть далеко друг от друга. На скамейках тоже все сидят подальше друг от друга. Вот такая вот сегодня обстановочка. Мальчик с собачкой пошел. Вот так сегодня в горсаду тихо, спокойно и пусто. Смотри, какое удивительно синее небо сегодня. Да, красота. Небо синее, без единого облачка. Потому что чисто. Да, сегодня... Да, поэтому... но сегодня тихий солнечный день, поэтому... Синева. Да, поэтому такое синее небо красивое. Ну что, друзья, доказательство того, что Одесса в карантине, и Одесса соблюдает карантин. Вы можете видеть, наш Леонид Утесов тоже соблюдает карантин. Он в маске. Так что все по правилам. Вот мы уже несколько... человек встретили с доставкой еды. Так что в Одессе работает доставка еды. Так что люди заказывают. Вот велосипед. Так что вот такая вот ситуация. И, конечно, корова наша, которая на Дерибасовской, тоже в маске. Вот так вот. Голодный повар. Вот такая красивая коровка. И тоже в карантине. Доставщики еды сели передохнуть. Так что народу очень... очень мало, буквально поодинокие прохожие. Ну что, друзья, такая вот была сегодня прогулочка по Дерибасовской. Вы видите, улицы пустые, Одесса в карантине. А мы вас всех поздравляем с днем смеха, с днем юмора. Не унывать, карантин скоро закончится, и все у нас будет хорошо. С праздником всех!